Дикие кошки с голубыми глазами. В саратовском цирке начинается новый сезон. Открывает его программа заслуженной артистки России дрессировщицы Ольги Денисовой. 6 роскошных тигров белого окраса показывают свое мастерство на арене цирка. Кроме того, самый маленький представитель кошачьих поднимется под самый купол. Кроме этого, в программе веселые клоуны, акробаты, жонглеры и эквилибристы. Эта программа начнется с 20 сентября и продлится до 19 октября. А уже следом, по словам руководства цирка, готовятся другие интересные представления. Мы должны саратовских зрителей и порадовать водой, порадовать бегемотами. Будет программа с обезьянами. Я думаю, что должна приехать, и в плане у нас стоит, с экзотическими африканскими животными. Поэтому весь наш сезон, несмотря на то, что он для Саратова не юбилейный, также все программы будут на высоком художественно-цирковом уровне.